Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилла, вы на канале Кирилл Ги. Мы сегодня снова все на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ, внизу есть Кирюха Полканов. Не забывайте вводить по ник при регистрации, также можете вводить мой промокод на 6 уровне. Вся информация есть в описании под видео. Так вот, я недавно проснулся, поэтому извините за мой голос, он может быть сильно грубоватый какой-то басистый, поэтому за это я извиняюсь. Сегодня будет серия, как я сейчас буду работать на автобусе, потому что я давно вам обещал это записать, вообще очень давно, когда еще вышло только глобальное обновление, но сегодня я наконец-то созрел, так сказать, и готов для вас записать это видео, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, также напишите в комментариях, что бы вы хотели видеть, чтобы я снимал по Родина РП, потому что вас не поймешь, снимаешь ли в тачек, вам не нравится, снимаешь казино, набирает много лайков и просмотров, поэтому пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть у меня на канале, чтобы я снимал на проекте Родина Ролеплей. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Первое, что нам нужно сделать, это устроиться на эту работу автобусника. Она вроде бы доступна ли со второго или с третьего уровня. Так, мы уволились с работы и сейчас устроимся на работу автобусника. Почему будем работать именно автобусником? Да потому что это самая прибыльная работа, на которой можно за час заработать 500 тысяч. Но это как все говорят, поэтому сегодня мы это все проверим. Надеюсь, то, что все-таки можно здесь 500 тысяч заработать. Я не зря снимаю это видео. И новички, которые смотрят меня, смогут зайти, поработать на автобусниках и заработать неплохую сумму денег. Теперь нам нужно отправиться, получается, на стоянку автобусов. А, я забыл то, что у меня админка, я телепортируюсь. Ну ладно, короче, вы поняли, где находится это. Аренда стоит 1000 рублей. А вот маршрут, который брать, я вот честно не знаю вообще. Короче, берем первое, городское. Будем по городскому ездить просто и работать. 10:53, то есть в 11:53 мы должны будем закончить. Пацаны, ставим лайки, подписываемся на канал и начнем наш эксперимент, нашу работу. Но я думаю, сложного здесь вообще ничего нету. Понятное дело то, что весь час я вам показывать не буду, потому что ну, в этом нету никакого смысла абсолютно. Поэтому просто будем ездить по чекпоинтам. Я буду это вам показывать в ускоренном виде. Но суть работы, я думаю, все понимают, то что просто ездим, останавливаемся на остановочках. Но мне именно интересно, сколько мы заработаем за час. Потому что все поголовно говорили то, что за час здесь можно заработать 450-500 тысяч рублей. А я хочу именно сам это проверить и показать вам то, что да, действительно, пацаны, это правда, или да, пацаны, это неправда. Малый подросток.
Ассаламу алейкум. Алейкум ассалям. Саламу алейкум. Короче, пацаны, как видели, я закончил работу, но я забыл звук включить, пацаны. Я забыл включить микрофон, поэтому звук там не записался. О чем я говорил? О том, то, что я заработал, получается, 189 тысяч. Но, грубо говоря, я заработал 200 тысяч, потому что я немножко отвлекался, получается. Там меня один пацанчик задеймил. То есть, грубо говоря, я заработал 200 тысяч рублей. Я не знаю, пацаны, там много, мало. Поэтому судите сами, в принципе. Возможно, я взял неподходящий маршрут. Возможно, если бы я взял другой маршрут, я бы заработал больше, но я честно в этом сомневаюсь, потому что, ну, не может быть такого маршрута, на котором платят 200 тысяч, а на другом маршруте платят, например, 400 тысяч, то есть в два раза больше. Такого, пацаны, не бывает, поэтому о том, что здесь платят 500 тысяч рублей, это как бы чистое вранье. Возможно, раньше здесь только платили, но в данный момент я вот сам проехал час я работал на одном маршруте, и я смог заработать всего лишь 189 тысяч. Я работал вот на первом маршруте, самый первый, городской. Возможно, если взять какой-то другой маршрут, мы немножко больше заработаем. Все может быть, пацаны. Но в два раза больше мы точно не сможем заработать. Поэтому вот как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, там, подписывайтесь на канал. Туда-сюда. Пишите, что мне еще записать на данном проекте. Но 500 тысяч вы точно здесь за час не заработаете никаким образом. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.